частному. Перед вами карта города в разрезе административных районов, социальное жилье это. И видим, что в целом подешевело это жилье за месяц на 0,18%. Ну, традиционно хочу обратить ваше внимание, что наибольше всего подешевела недвижимость в Цветошинском районе этого класса на 0,42%. И меньше всего подешевела недвижимость этого класса, видим, друзья, в Печерском районе на 0,12%. Переходим к следующему слайду. Также вторичный рынок, но уже квартиры эконом, комфорт, бизнес класса. Рассказываю, как пользоваться данной информацией. Вверху видите экселевский таблицу. Общая по трем классам стоимость квадратного метра $1497 за квадратный метр. И видим снижение за месяц минус 0,13%. Для, так сказать, любопытных, вот здесь можете посмотреть декомпозированные данные в разрезе админ районов, их 10 в городе Киеве, в абсолютных цифрах снижения и снижения в процентном соотношении. Также оставил вот здесь, видите, если вы посмотрите эконом, комфорт, бизнес класс, это сводные данные, вы можете ориентироваться, сводные данные, они соответствуют вот здесь, да, а вот это декомпозированные данные в каждом районе. Ну, в общем, информации много, я надеюсь, вы можете ей пользоваться. Переходим к